тормозной диск, классика, 0107. Будем отрезать. Отрезной вот такой, пластинка за все время эксплуатации, вот она одна стоит, уже вторая сторона подустала. Сейчас ставлю новенькую без стружколома. Работает офигенно. Как по металлу, по чугуну, по алюминию. Вот. С момента покупки станка пользуюсь вот одной пластиной. Меняется быстро. Четыре прокладки. У меня все резцы промаркированы. Спецключ. Вот такой. Чтобы баланка не упала на станину. Вторая пониженная. Ручной режим. Перевести. Меряем 8 миллиметров от края и отрезаем. И отмерять буду при помощи УЦИ. Включить его надо. Вот таким вот образом.
также ставлю, чтобы не упало. Чуть-чуть больше. Здесь не достает. Очень удобно ловить. Друзья, всем привет. В общем, показываю, как отрезает отрезной, который я показывал в прошлом видео. Вот. Пластины стоят вот такого плана по цветным металлам. Как они выглядят, я тоже показывал. Смотрите прошлые ролики. Диаметр 40 и 4 десятки. Это я ржавчиной проточил. И сейчас подсниму. Вот так вот резец 3 миллиметра. Чисто для демонстрации. Резать буду на первой повышенной. Погнали. Это порядка 250 оборотов для начала, потом увеличу. Все, поехали. Точить буду в разбежку, хотя можно сделать это и не в разбежку. Суппорт не фиксирую, сдвигаю на половиночку. Хотя давайте и не в разбежку. Почему бы и нет? Единственное, нужно добавлять масло. Неудобная масленка, возьму вот такого плана. Сейчас мы ее закачаем. Вот. Отрезаю не в разбежку. Здесь увеличиваю обороты. Вторая повышенная. Масло для того, чтобы стружка выходила. Сож нет. Забыл сказать обороты.
450. Дорезаю до конца. Сейчас посмотрим. Достанем из поддона и посмотрим. Все, остудил его. Руки мокрые. Потому что он очень горяченький. Вот такой вот. Здесь его сломало. Пятачок получился. Я не знаю, даже мерить не буду. Можно было и тоньше вытащить. Но у меня цель не стояла мне показать, как отрезает. Сколько здесь? Даже не знаю, не вижу. Два, где-то с половиной, да? Да, два с половиной. Пятак на 44. Вот, здесь горячее. Даже не в разбежку. Единственное, добавлял масло, чтобы стружка меньше цеплялась вот за края. Вот и все. Так что вот эти пластиночки по цветным металлам мне очень нравятся. Просто капец, как они кайф работают. Даже вот по черному. Как-то так.